Серьезно? Я с тобой не разговариваю. Я собираюсь сожрать эту штуку! Пахнет цветочками. Хватай ребенка и бежим! Вы, наверное, спрашиваете себя, как Аист, девушка и младенец попали в такую ситуацию. Вернемся назад к началу истории. Джуниор, к тучам пеленки! Теперь доставляем вещи! Наши новые мобилы! С понедельника все будет твоим, только без эпических проколов. Сиротка Лютик? А, просто Лютик, сиротка немного обидно. Это еще что? Это малыш? Аисты больше не приносят детей. Если этот малыш найдет свою семью, может, и я смогу? Конечно, и ты найдешь. Думаешь? 100 пудов. Если об этом кто-то узнает, мне конец. Присыпка детская. Вам не встречались рыжая девушка и Аист? Не понимаю, о чем ты. Не, пернатый, не друг ты мне. Ух ты, а я думал, мы тусим. Обязательно всю крышу ломать? Мы должны перенести дымоход для того, чтобы Аист принес мне братика. Верно подмечено. А ну, положи ребенка. Тише. Влюбился? А ты? Я тоже. О да, о да.